Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сессии законодательного собрания края в Краснодаре. Он отметил, что в приоритете социальная сфера и ЖКХ. На оснащение школы и создание новых учебных мест уйдет около 1 миллиарда рублей. 800 миллионов направят на развитие здравоохранения. В следующем году увеличат расходы на строительство спортивной инфраструктуры. 200 миллионов потратят на газификацию теплоснабжения. Вениамин Кондратьев призвал парламентариев не опираться только на сухие цифры, а видеть за ними результат. Тут мне понаписывали этих цифр, реально люди их должны видеть вокруг себя. Вот тогда это будет цифрами. А пока это еще статистика. Вот статистика, при том, нереализованная. У меня даже, знаете, вот тут одно из достижений было написано, очень интересно, что впервые с октября 2016 года реальные денежные доходы населения не падают, а растут. Понимаете? То есть, вот я, как обычный человек, который хожу среди этого самого населения, я даже не стал зачитывать, потому что я засомневался в том, что здесь статистика права. Можно и зачитать тоже с выражением при том. А потом, что народ скажет, лучше не слышать. Поэтому я уже вот и вам говорю. То есть можно продолжать здесь это все с гордостью произносить, но я еще раз подчеркиваю, это будет тогда воспринято людьми, когда они вокруг себя будут видеть конкретные реальные изменения. Благодаря четкому плану районные власти смогут качественно подготовиться к процедурам торгов. Освоить средства муниципалитеты смогут уже в январе, сразу после принятия бюджета.